Добрый день, уважаемые дамы и господа, с вами Константин Белый, я отвечаю на ваши вопросы. Вопрос поступил о подделке печи казачка. Да, в настоящий момент у нас есть факты подделки печи казачки. Есть уже непосредственно обращение людей, есть даже фотографии. Вот именно фотографии там, где оно производится, даже это оказалось в открытом доступе. И люди нам пересылают, показывают. Мы, кажется, убеждаемся, что на сегодняшний день нарушается наше патентное право. Поэтому мы предупреждаем тех, кто хочет, как говорится, легко на этом деле, как говорится, нажиться или просто-напросто сделать себе имя. Значит, не старайтесь, если мы, как говорится, найдем вас, мы обязательно, как говорится, начнем судебное дело производства против вас. Все законные права у нас на печку есть. Обращаем ваше внимание, что печь, которая выпущена с нарушением технологии, конечно, будет отличаться по функциональности от печи казачка, которая задумана. Почему? Потому что материал печи, это повлияет на ее длительность работы. Никто не будет вам давать гарантию, сколько она проработает. Вы можете не получить ненормальных температурных режимов, ненормальных паровых режимов. Поэтому еще раз обращаем на то, что та печь, которая выпускается заводским способом по нашей разработке, она отвечает тем требованиям и тем функционалам, которые мы в него заложены. На остальные печи мы никаких гарантий давать не будем. Теперь по вопросу того, где лучше приобретать печь казачка. Конечно, лучше приобретать в тех торговых точках, которые с нами сотрудничают. Те, которые являются представителями нас и которые, как говорится, готовы поддержать качество и гарантию. Вот там можно приобретать. Вы, прежде чем покупать печь казачку, лучше свяжитесь с нами. И мы вам точно скажем, где у кого лучше взять. Если рядом нет такого поставщика, мы сами вам поставим эту печь. Плюс тому, что на сегодняшний день закончена разработка и испытание новой печи казачки с нержавеющей стали, сделанной из IC-430, которая по качеству будет еще выше. Эта печь может выдерживать большие режимы нагрузок. Поэтому эту печь можем даже рекомендовать для каждодневного использования. Мы изменили несколько технологий. Мы создали новое направление «Казачка Про Плюс», которое будет делаться уже из металла IC-430. И, понятное дело, ответственность за вот подделку этих печей будет намного выше, потому что доказать, где там 409 или там другие стали, намного сложнее, чем там, где будет сталь IC-430. Там доказать будет легче. Печь эта отличается по дизайну, поэтому ее никогда не переспутайте с классикой, которая выпускается до сегодняшнего дня. Если у вас все-таки появились сомнения в качестве той печи, которая перед вами, купите на официальном нашем сайте, который вы видите сейчас на экране, купите печь, закажите печь и получите ту печь, которая именно соответствует требованиям, которая выпущена под нашим контролем. Заходите на наш форум, заходите на наши сайты, спрашивайте, мы всегда готовы ответить на ваши вопросы. И не покупайте сомнительные печки у сомнительных продавцов. Всего вам доброго.